Как ты попал в столб, а? Потому что право-лево перепутал. Так, надо прошивку поменять, право-лево. Ну, тесен, да, я вот это держу. Я понял, короче, ну, Ой-ой-ой. А ты можешь на второй этаж залететь? Думаю, да, но не хочу. Давай, 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 давай. Отлично. Это ты газ сбавляешь? Нет, он сам. Вообще просто очень круто сел. Наверное, подшипник притерся или что-то. Смотри, сзади робот. Робот сзади нарисован. Да-да, пульт у него право-лево. Куда я денусь? Надо же стремиться выше. Ну тут крупное все, конечно. Но... Да, надо тебе другой пульт посмотреть, чтобы ты понял. Вы, получается, уже в серию выглядите? Ага. Ну, как бы так, вот экспериментально. Ну, он делает сейчас наборы пультов и передатчиков. Типа купил, ставил там стакан с колесом и поехал. А, понял.